В стартовом матче нового сезона на газоне стадиона «Труд» ульяновские футболисты принимали екатеринбургский клуб «Урал-2». В прошлом году соперник расстроил волжан, переиграв гостей со счетом 3-0. Ответный матч из-за пандемии отменился, поэтому футболисты «Волги» вышли с нескрываемым желанием поквитаться за прошлое поражение. Ждать пришлось недолго. На 7-й минуте Виктор Карпухин замкнул фланговую передачу, выведя «Волгу» вперед. Ну, мы понимали, что мы играли с достаточно опытной командой, которая воспользовалась нашими ошибками достаточно для того, чтобы оказалось, чтобы победить нас. Следующая фатальная ошибка случилась под занавес первого тайма, когда защитники «Урала» грубо нарушили правила в своей штрафной. Судья уверенно показал на точку, а Руслан Махмутов с 11-метровой отметки не оставил шансов вратарю гостей. 2-0. На перерыв волжане уходили в приподнятом настроении. Во втором тайме обе команды снизили скорости, стараясь подловить друг друга на контратаках. Дважды уральцы имели возможность уйти от поражения, но вратарь «Волги» Семен Морозов в этот день, что называется, тащил все, что можно. Обоюдно такая острая была борьба, и на ответных атаках практически проводили эту игру. Хочу поздравить всех с победой. Она для нас очень значима, потому что первая игра, она всегда волнительная, где-то что-то не получается у футболистов, но опять-таки эта победа нас направит в правильном направлении. Впереди у подопечных Рената Аитова два выездных матча. 15 августа второй тур чемпионата «Волга» проведет в Челябинске, а 19-го ульяновские футболисты отправятся в Нижегородскую область, где в 1/128 финала Кубка России сразятся с местной волной.